Друзья, как снять размеры вертикальных жалюзи, в данном случае с фотопечатью, размеры ничем не отличаются от снятия размеров обычных вертикальных жалюзи. Это видео уже записывали, сейчас я вам его просто приложу, смотрим. Также в карточке товара будет присутствовать вот эта схема, которую вы видите сейчас на экране. Обязательно посмотрите ее, на схеме красным выделена ширина и высота. Именно эти размеры вам нужно будет писать на сайте в миллиметрах. Смотрим видео. Как снять размеры вертикальных жалюзи? Размеры вертикальных жалюзи снимаются по габаритам изделия, то есть высота вместе с карнизами, с бегунками и до нижней части ламели. По ширине точно так же, по карнизу, как вы планируете, чтобы у вас находился карниз, такой размер и записывайте на сайте. Для начала снимем высоту вертикальных жалюзи. Как я уже сказал, будем снимать ее по высоте. Так же, как и рулонную штору D25, будем снимать размеры от верхнего края стенда и до подоконника минус 2 сантиметра, чтобы ламели у нас не касались подоконника. 1410 минус 2 сантиметра, 1390. Замерим ширину вертикальных жалюзи, мерить будем по карнизу. Карниз у нас будет до конца левого откоса и правого. 1430.